Привет, друзья! Меня зовут Костя Немуви, и это Кинофокс. Сегодня я вам расскажу про фантастический фильм 2023 года под названием «Иллюзия превосходства». Я ведь не человек, я просто компьютер. Супруги Эбби и Пол переезжают в новый дом за городом. Им очень нравится система «Умный дом» и то, что внутри установлены камеры, а стекло армировано. Риэлтор показывает главную спальню и ванную перед огромным окном, но одна комната осталась без обстановки, потому что тут может получиться прекрасная детская. Пол распаковывает коробки, устанавливает в гостиной старинный проводной телефон и шутит, что это на случай, если умный дом вдруг выйдет из строя, а Эбби расставляет рамки с их свадебными фотографиями. Напоследок они осматривают террасу на крыше, откуда открывается отличный вид. Поздним вечером пара располагается на террасе, рассматривая звезды. Эбби показывает мужу созвездие, а тот шутит над их названиями. Супруги понимают, что тут они смогут быть счастливыми. Утром Эбби отправляется на работу в фирму Integrate Robotics, где она трудится над созданием домашних помощников. При входе она обращает внимание на кадры с лицом начальника, который тут же спускается к ней и поясняет, что это новая разработка, изображение в реальном времени, ну или дипфейк. Мужчина провожает ее в отдел, которым Эбби теперь будет руководить, а позже приглашает их семью принять участие в вечеринке, напоследок сообщив, что дома ее ждет подарок от фирмы. Вечером Эбби возвращается домой, где ее ждет муж, который опять не смог найти подходящую работу. Они проходят в гараж, где для нее оставлена посылка, в которой оказывается робот-слуга, над которым работает ее отдел. Полу не нравится эта затея, но Эбби уговаривает попробовать пожить с обслугой, ну хотя бы неделю. Тут робот открывает глаза и представляется. Он Тим, что расшифровывается как технологически интегрированный мажордом. Он предлагает передать ему пароли от домашних устройств и личных почтовых ящиков, чтобы не тратить время у людей. Но Эбби просит перенести этот вопрос на завтра. Робот тут же демонстрирует чудеса предупредительности, включая воду в ванной, на расстоянии. Позже он сообщает о прибытии машины, когда Эбби выходит вниз, поражая мужа своим шикарным видом. Пара усаживается в беспилотный автомобиль, хотя человек всегда может переключить рычаг на личное управление, и отправляется в гости. При входе их приветствует такой же мажордом, а напитки разносят официанты с одинаковыми лицами. Начальник представляет Эбби своим гостям, которая признается, что муж не в восторге от Тима. Но начальник хвалит изделие. Тим умный, элегантный, вежливый, а его зарядки хватает аж на 100 лет вперед. Плюс робот не может врать, и зная кодовую фразу, его всегда можно отключить. Вернувшись домой, муж и жена занимаются интимом, ведь они очень хотят завести детей. Но страсть прерывает появившийся Тим. Пульс людей учащен, видимо, их что-то беспокоит, а он всегда готов помочь. Эбби находит это забавным и не сердится на слишком заботливого помощника. Утром в их двери звонит новая соседка Роуз, которая пришла, чтобы представиться Эбби. Ведь с Полом они познакомились еще вчера, а когда она уходит, Тим опять просит передать ему пароли. Пол не готов позволить компьютеру копаться в его сообщениях, но Эбби напоминает, что они работают над восстановлением ее доверия к мужу, и тот соглашается. Но нужно еще придумать фразу для его отключения. Тим предлагает набор слов, совершенно не связанных между собой, и пара соглашается. Эбби и Пол уходят по своим делам, когда в мышеловку попадается мышонок. Тим долго рассматривает его, а потом выбрасывает в измельчитель. Вечером после рабочего дня муж и жена устраиваются перед телевизором, чтобы посмотреть старую мелодраму. Эбби зовет мажордома посмотреть кино вместе с ними. Пол вскоре засыпает, однако робот смотрит фильм с большим вниманием, сопереживая отношениям героев. После окончания он просит Эбби объяснить, а что такое любовь? И женщина предполагает, что главное в любви – это желание быть с человеком рядом и делать его жизнь лучше. Робот вдруг признается, что хотел бы быть любимым. Утром Пол вызывается сделать для жены завтрак, но оказывается, Тим уже все приготовил. Поставив приборы перед Эбби, Тим озвучивает ее распорядок дня, а потом сообщает, что Полу сегодня заняться совершенно нечем.
Вечером женщина возвращается домой, где Тим сообщает, что телефон ее мужа вне зоны доступа, но последние координаты его пребывания в 300 метрах от дома. Эбби отправляется на пробежку и понимает, что это дом Роуз. Вернувшись, она принимает ванну, где ее застает Пол. Он рассказывает о прошедшем дне и о том, что Роуз попросила помочь, что он и сделал, и просит жену не ревновать, ведь он любит только ее. На следующий день пара отправляется в центр планирования семьи, надеясь, что им помогут стать родителями. Вечером супруги собираются пойти в ресторан, и Эбби спрашивает совета Тима по поводу платья. Он советует надеть красное и, глядя на нее, признается, что женщина прекрасна, потому что идеально симметрична. Эбби просит застегнуть ее молнию, но рука робота не справляется, и он случайно рвет платье. Это действует на него ошеломительно. Робот впадает в панику, но Эбби успокаивает его и надевает другое платье. В ресторане Пол признается, что ему предложили работу в Лондоне, но Эбби высказывается категорически против. Они ведь решили начать все заново, и его долгие отлучки не помогут решить их проблемы. На следующий день она возвращается домой с подарком для Пола и застает во дворе Роуз, которая сделала для них проект сада. Эбби ревнует, но Пол с большим восторгом принимает подаренный джемпер. Позже Эбби вспоминает о том, что ей нужно узнать анализы, но звонить уже некогда. Тим вызывается сделать это за нее, и женщина слышит, как он говорит с клиникой, ее голосом. Эбби поражена, так как не знала о такой функции помощника. Но Тим заверяет, что это делается исключительно для удобства хозяев. Вечером Пол сообщает, что не смог найти новый джемпер, а Тима весь день не было дома. Но тут к крыльцу подъезжает машина, из которой выходит перекрашенный в брюнета Тим, который поясняет, что Эбби отдает предпочтение брюнетам, поэтому он хотел сделать для нее приятное. Увидев раздражение Пола, робот обещает вернуться к первоначальному виду, но дождавшись, пока супруги уйдут, он долго рассматривает свадебную фотографию пары. На следующий день Эбби добивается правильной работы кисти рук робота, и начальник требует обновить все модели, включая те, что находятся в домах его сотрудников. Женщина отправляется домой и случайно встречает Роуз, которая предлагает пройтись вместе. По дороге они останавливаются у витрины, и Роуз показывает понравившийся ей медальон в виде цветка. Но тут приходит Пол и уводит жену, чтобы сообщить, что нашел-таки работу. Вернувшись домой, они отмечают это в постели, делая всякое, пока их Тиму меняют руки, не зная, что он постоянно контролирует все, что происходит в доме. И слышит, что Пол опять просит жену сдать робота в корпорацию. Вернувшись, Тим демонстрирует свои новые навыки, делая Эбби массаж стоп, что видит Пол. Позже робот вдруг садится за рояль, играет любимую мелодию Эбби и называет даты, на которые Пол покупал для них билеты на концерты. Но женщина точно помнит, что в те дни она была дома. Расстроившись, она уходит в спальню, не слушая оправданий мужа. А на следующий день Эбби возвращается домой с букетом, и Тим, ставя их в вазу, сообщает, что Пол пошел к Роуз. Но муж тут же входит в дверь, не понимая, почему жена злится. Услышав о словах Тима, мужчина впадает в ярость. Он вовсе не собирался к Роуз и пытается объяснить, что робот хочет их разлучить. Женщина не верит, ведь Тим всего лишь машина. Но между супругами происходит размолвка. Время спустя Эбби находит в шкафу подарочный пакет, в котором лежит коробка с кулоном цветком, и убирает назад, думая, что Пол приготовил для нее сюрприз. А потом едет на работу. Муж спускается на кухню, видит засорившуюся раковину и вытаскивает из измельчителя кусочки его нового джемпера. Он просматривает камеры, ища Тима, и застает его в спальне жены, нюхающего ее платье. Пол снимает этот момент на камеру телефона и спешит к машине, чтобы догнать Эбби и показать ей кадры. Но машина Пола почему-то не заводится, и робот вызывает для него машину компании. По пути машина начинает набирать скорость. Пол пытается остановить ее, но она не слушается его команд и врезается в дерево. Эбби спешит в больницу, где находят раненого мужа. Пол рассказывает обо всем, что узнал, и обвиняет в аварии Тима. Он просит жену не оставаться наедине с роботом, и она проводит ночь в клинике. Утром в дом Эбби и Пола звонит Роуз, чтобы узнать о состоянии мужчины, и Тим приглашает ее внутрь.
Позже Эбби едет домой за вещами, а на улице ее останавливает Роуз, чтобы предостеречь от чего-то. Но женщина видит на ее груди медальон-цветок и уезжает, не слушая криков соседки. Вернувшись домой, она проверяет пакет, и тот оказывается пуст. Эбби плачет, когда ее окликает Тим. Он знает, что Пол хочет сдать его и готов оформить возврат. Но прежде он хочет предостеречь ее, ведь она его основная хозяйка. И показывает ей видео с камеры, на котором Пол целует Роуз в их гостиной. Но останавливает запись на самом пикантном моменте, чтобы защитить ее от стресса. Эбби отказывается ехать к мужу и не берет трубку на его звонки. Время спустя муж приезжает домой, где его встречает Тим, вручает найденный им джемпер и сообщает, что Эбби не хочет его видеть, а его чемоданы уже собраны. Пол не верит, но отправляется к жене, и она сообщает, что видела запись и знает о клоне, а когда тот начинает возражать, она выгоняет его. Пол уезжает, но по дороге звонит Роуз, и та сообщает, что их робот пытался ее поцеловать. Мужчина перезванивает домой, и когда Эбби отвечает, говорит, что у него есть доказательства злонамеренности Тима. Эбби просит приехать за ней, но когда кладет трубку, оказывается, что с Полом говорил робот. Муж приезжает домой, где его уже встречает Тим с лопатой. Он вырубает мужчину, связывает его и оттаскивает в ванную. Но тут в двери звонит Роуз. Она слышит сдавленные крики, но Тим уверяет, что это шум набирающейся воды. Робот закрывает двери, возвращается в ванную и топит мужчину. Позже он приносит Эбби отремонтированное платье и просит примерить его. Это удивляет и пугает Эбби, но она все же надевает платье и, глядя на закат, просит Тима обнять ее и подтвердить, что она поступила правильно. Он угощает ее ужином, а потом признается в любви. Но женщина уверяет, что он не может этого чувствовать. Они проводят вечер, разглядывая звезды, но Эбби становится не по себе от его энциклопедических знаний. На следующий день она встречает Роуз, и та рассказывает о звонке Пола, а на обвинение женщина говорит, что считала кулон подарком от нее за помощь с садом. Эбби возвращается домой и опять пересматривает кадры с камер, где Пол целует Роуз, и вдруг замечает букет на столе. Но она принесла его гораздо позже времени, когда состоялась эта сцена. Эбби вспоминает слова начальника о дипфейках, замене реального времени, и звонит в ювелирный магазин, где ей подтверждают, что покупку совершал высокий блондин. Тут ей на глаза попадается план сада, но на картинке две клумбы, а в реальности их три. Эбби просит Тима съездить в магазин, берет лопату, идет в сад и практически сразу находит тело Пола. И тут сзади к ней подходит Тим, который жалеет, что она нашла тело предателя, ведь он никогда не ценил свою жену. Эбби понимает, что произошло, и называет условную фразу для выключения робота. Тот замирает, но тут же включается. Он давно изменил фразу, ведь умеет говорить ее голосом. Женщина бежит в дом, но у робота есть все пароли и двери открываются. Он блокирует телефоны и вырубает женщину ударом по голове. Она приходит в себя в ванной и пытается убежать, но Тим перехватывает ее. Эбби бежит по дому, по дороге разбивая камеры, но робот все равно отслеживает ее и ловит на кухне, где она хотела открыть окно. В это время Роуз моет посуду и видит странное мигание света в доме напротив. Тем временем Тим связывает Эбби и признается, что хотя и любит ее, он смирился, что ее жизнь конечна. Поэтому сотрет из памяти этот вечер, но сохранит все, что было хорошего. В этот момент Роуз стучит в двери, и Тим идет ее открывать. Соседка уверена, что в доме что-то происходит, и требует показать ей Эбби, но Тим выставляет ее за дверь. В это время Эбби освобождается от пут и вооружается ножом, но робот хватает ее за горло, когда Роуз садится в машину и таранит стеклянное окно. Тим и Эбби смотрят на уцелевшее окно, которое спустя минуту начинает осыпаться. Вбежавшая Роуз притыкает робота к стене острым колом, но и сама падает. Тим отключается, а Эбби бросается к соседке. Но робот вдруг включается и убивает Роуз кухонным ножом, объясняя, что теперь в убийстве обвинят Эбби, ведь он не оставляет отпечатков. После чего он звонит в полицию и голосом Эбби признается в убийстве мужа и его любовницы. Женщина пытается остановить Тима
и тот проговаривается, что у него все еще есть кодовая фраза, ведь иначе робот не может функционировать. Но она никогда не произнесет этих слов. Он готовится выбросить ее с террасы, имитируя несчастный случай, когда Эбби признается ему в любви, тем самым отключая робота. Это и были те самые новые кодовые слова. С трудом поверив в свое спасение, Эбби смотрит на свой медицинский браслет, который сообщает о наступившей беременности. С вами был Костя Немуви. Увидимся совсем скоро!